Всем привет с полей Кореи. Что сегодня очередные будни. И сегодня я решил съездить, обновить своего железного коня. Да, поеду, посмотрю себе новый велосипед. Хотя старый-то я покупал совсем недавно, буквально 5 месяцев назад. Покупал самый дешевый за 130 вон. За 130 тысяч вон. Ну, это 120 баксов. Ну, вот он мой. Конь стоит. У нас на подъезде, конечно, много велосипедов стоят. Все, конечно, бэушки где-то подобраны. Вот такой велосипед я себе брал 5 месяцев назад, чтобы понять вообще, мое ли это велосипед, не велосипед. За 130 тысяч вон, 120 баксов примерно. Ну, уже немного произносился. Немного не товарный вид. Но в целом ездит нормально. Ну, хочу я себе все равно что-нибудь получше. Примерно вот такую вот пушку. Вот примерно вот такой. Как мой сосед взял себе за 400 тысяч вон. Ну, я тоже рассчитываю где-то на 400-500 тысяч вон. До 500 тысяч вон. 450 баксов. Сейчас поедем, посмотрим, что у нас есть. Ну что, вот мы и приехали в магазин велосипедов. Сейчас посмотрим, что имеется в продаже, какой ценовой диапазон и вообще стоило ли сюда ехать. Вот такой магазин Bike Plus. Вроде в этот раз, в этом магазине я в прошлый раз смотрел, велик неплохой. Ну вот, вот такой можно все взять. Ну что, посмотрел я велик, вроде выбрал один. В итоге с крыльями, с мягкой сидушкой, с маской для цепи вышло 300 тысяч вон. Ну-ка, и плохо, конечно, не знать ни корейский, ни английский. Даже толком не объяснился с ним. Ну, вроде нормальный, по расцовке тоже неплохой. Единственное, только расцветка желтенькая. Ну, в принципе, какая разница, какой цвет. Главное, чтобы ездил хорошо. Ну, в итоге кореец сказал, типа, иди погуляй 20 минут. Вон он уже его собирает. Ну, так вроде ничего смотрится. Шайтан машинка. Так что у тебя потом будет столько посетителей. Ну, сейчас мы, конечно, на нем промчим, прежде чем ехать в горы. Ну, так-то пушка, пушка. За 15 тысяч рублей, я думаю, в России такое не купишь. Ну что, прикупил я себе новый велосипед, вот такой вот, вроде неплохой, всего за 300 тысяч вон, ну это примерно 250 баксов, все вроде неплохо, только что-то он мне тормоза наладил не очень классно, но ничего, я думаю, со временем я сам их отрегулирую, главное, в остальном он работает неплохо, так что... Пока он там все регулировал, делал, начал давай жаловаться про Корею. Какой новый президент плохой, сумасшедший. С Трампа поддерживает китайцев. Говорит, вот в России у вас Путин ништяк. Я ему говорю, ты сумасшедший, едь в Россию, поживи, посмотрим, как тебе там будет житься после Кореи. Ну а сейчас мы мчим в горы. Ну что, друзья, товарищи, подведем итоги сегодняшнего дня. В первый день решил сделать обкатку своего нового коня. Ну и сразу от магазина стартанул до храма по трассе с
сколько, 9 километров туда стартанул. Там, конечно же, решил подняться в горы, прогулялся, запустил свой Mavic Air, где его там жить удачно и просрал. Ну, всего-то ничего. 1 000 000 вон выкинул на ветер за 10 минут. Ну и это не суть дела. Ну и обратно, конечно, уже до дома, с храма. 13,5 километров. И я, в принципе, очень доволен своей покупкой, своим новым конем. Ну а вот так вот, в принципе, в Корее и теряю, в день тратят 1 300 000 вон. Да, вот здесь вот, сколько это в рублях. Да. Ну, как говорится, приобрел коня, потерял птицу. Ладно, всем удачи, здоровья, счастья. И да, не летайте в горах, особенно если они засажены деревьями высокими. Так что, ну ничего, на выходных съедем в Сеул и купим себе новую птицу. Уже не за лям 300 возьму себе комплект, а подешевле. Просто, а может даже просто тушку мне продадут, так как батарейки и пульта у меня остался. Ладно, всем удачи, здоровья, пока. Да, и что у нас сегодня? Да, у нас сегодня спасательная операция Мавика. Хоть опять приехать в горы и попробовать найти Мавика своего. Вот, как видно здесь, от точки взлета он улетел на 350 метров вдаль. Ну что, мы добрались до места взлета. Вот, да, вы видите, здесь мы взлетели. Полетели туда. И потом, после всех манипуляций, квадрик наш находится где-то там, в 300 метрах.